Всем привет, друзья! Продолжаю я играть. Нахожусь опять-таки в городе. Залог называется город Штромкап. Вот. Я за кадром. Репутацию себе немножко подпортил, но зато много чего сделал. Немножко побегал по контрактикам еще за кадром. Подобывал себе много чего. А самое главное, украл. Украл молот. Классный молот. Броньку не то что выбил, а броньку после миссии в здании в каком-то нашел, там в сундуках. Плюс повскрывал еще несколько сундуков, тоже понаходил броньку, оружие. Вот. Теперь как бы пацаны более-менее экипированные и с броней, плюс еще с оружием. Видите, копье какое. Плюс научился крафтить кое-какое оружие тоже. Вот. И, соответственно, щиты тоже крафтить научился. Так что более-менее. Плюс поднадел еще какие-то им дополнения всякие интересные. Кстати, а этой тетке можно ножик еще один вставить? Вот, так, ну лучника я нанимал, это в прошлой серии вы видели, зато видите, теперь у лучницы у моей броня есть, лук бы ей покруче, конечно. Поняшку даже ему эти самые скрафтил, как он называется, чтобы больше веса таскал. Но с весом все равно, тут какой-то голяк, много особо таскать смысла нету. Вот, что у меня тут в чемодане? В чемодане топорик есть, лежит какая-то вот эта вот штука. Ну, не знаю, кстати, я бабе вот этой, Трис, я взял вот этот молот, который украл. У них сила посильнее, но как-то она со своей шипастым молотом, она получше была. Не знаю, я еще, конечно, по это самое попробую с этим молотом, но, возможно, этот молот фигня вообще на самом-то деле. И, возможно, его придется скинуть. Потому что все-таки щит и вот эта вот штука была ваша память, она как-то ей больше и шла, и больше как-то она лучше становилась. Какой-то новый уровень. Сила и слава. Получение новых. Сила и слава 6. Что это такое? Ничего себе, подкрывал уже каких-то. Так, а тут тайные мудрости. Что за это дают? А, за это дают что-то, кстати. Прикольно. Так, и что можно? Левша. Наковку оружия для левой руки требуется один. Кожа. Так, искусство ковки. Так, бонус. От этого ест на 3 меньше еды во время следующей трапезы. Стоимость продажи оружия повышается на 10% за каждую единицу качества. Но и броня получает один дополнительный ячейку для слоя брони. Не, давайте лучше, чтобы они жрали поменьше. Тут что-то жрут как не в себя. Так, тут что у меня есть? А, кстати, я еще могу выучить. А, да, слушайте. А где посмотреть? А, 5. Так, ну это давайте вот это. Вот, тут можно все выучить, по-моему. Изучи плюс 1. Торговля. О, я сейчас раскачаюсь и скачегарюсь. Нормально. Так, тут сколько тоже? 4, тут 4. 1, 2, 3, 4. Требуется поставщики. Так, сотрудничество. Жалование с спутника снижено на 10%. О, отлично. О, вообще классно. Слушайте, что я этого раньше не видел? Стоимость покупки товара снижается. О, сейчас разживусь вообще. О, тихо, подождите, отмена. Разживусь как не в себя. Так, у меня один. Обсуждать миссии. Возможность обсуждать миссии. В списке целей. Предлагать покупателю то, что ищет. Выгоду. Каждому обойнику пони дает грузоподъемность плюс 10%. Вот, эта грузоподъемность мне нужна. Так, ну это я потом качну. Так, тут что? Сбойники с большой дороги. Влияние, получаемое после сражения с купцами, повышено 10. Получаемое после сражения торговцами повышается... А, спину. Шанс критического удара. Нет, головореза. Вот это что это. Отряд находится в розыске. Скорость движения в лесу увеличится на 20%. Интересно.
Доступ контракта на убийство в списке целей. Убийство по признанию. Шанс критического удара. Ну, давайте убийство возьму. Интерес, что это? А это что такое? В начале боя ваши спутники с некоторой вероятностью получают бонус изумления или засады. Вот это интересно, кстати. Так, броски скорость движения в лесу, либо влияние получения после сражения с купцами. Ну, я типа, если я нападать буду. Шанс к поимке врага увеличивается на 10%. Ваш отряд знает, куда нужно ударить, чтобы не навредить будущим врагам. Вот. Шанс к поимке увеличивается на 10%. Удар в спину. Так, из спины. Давайте вот это вот. Не знаю, что еще можно купить. Ловкие путы. Ловкие плуты. Не знаю пока. Ладно, не буду пока. Так. Нужно ловкие путы какие-то выучить еще. Ну ладно. Так, спутники реже получают травмы в бою. Так, у животных уменьшен радиус агрессии, и они быстрее. Так. Отряд съест от и меньше еды во время следующей трапезы. Так, стоимость предметов в гильдии следопытов снижена. Ага. Влияние от крысиного логова также дает 20 влияния. Вот это, наверное, я качну. Тут что? Поимки животного повышено на 10. А, ну это животное что-то. Уборщики. Количество получаемого из крысиного логова. На 1. Так, это крысиное логово. Ну то давайте вот это еще обязательно. Радиус агрессия. Давайте радиус агрессии. А шанс поимки животного. То. Ладно, давайте. Ну и все. Так, неплохо, слушайте, качнуло. Я что-то этого даже не замечал. Так, поставил шалаш, чтобы поменьше, получше отдыхали. После отдыха у них все нормально было. Плюс, по идее, у меня на 4 дня. Ну, в принципе, очень даже все неплохо. Вот. Тоже много чего прикачал. Кстати, о, пацаны тут. Блин, а не смогу сейчас выйти. Иначе меня вон те пацаны накуканят. Если я выйду, где я выйду? О, давайте пообщаюсь вот с этими. Давайте. Догоните их. Что у них можно купить? Так, ну какая-то ножичек и бронька. Не очень. Мне нужно скинуть, конечно же, этот самый. Как его? Что меня разыскивают. Так, сохранился. Ну и давайте, наверное, задание. Вот у этого пацана. Тут какие-то задания висят. Блин, а что я вышел-то? Вот у этого пацана я возьму задание. Итак, информатор. Эй, вы! Да, вы! Эй, ты! Да ты, чувак! Ищите работу, я могу дать вам совет и подсказать лучшие задания. Такие, за которые платят куда лучше, чем жалование... Я же гильдия наемника. Ну, это интересно, да. За 50 влияние. Влияние есть у меня, я куплю. Я могу украсть, но зачем? И так проблем хватает. 220 еще неизвестно, когда скинется. Так, а больше вам сказать не могу. Все, что можно. Так, мне нужно тут что-то. Богатая ферма. Ну, пойдемте. Так, жрачка есть, в принципе. Все есть. Пойду на ферму. А, что мне по весу тебе стало? 112. Ой-ой! Успел. Чуть-чуть не накуканили. Так, и идти куда? Давайте карту посмотрю. Вот сюда все правильно, по этой дороге. Где мне тут только что не приняли менты. По которой стража. Теперь я могу, кстати, бегать. Кстати, тоже офигенная тема. Ой-ой! И можно же убежать от этих петухов. Смотрите. Они рано или поздно отстанут и устанут. А я могу отдохнуть. Хе-хе-хе. То есть прикачал себе еще бег. Это, кстати, офигенная тема, на самом деле. Очень часто спасает. И теперь, когда я в розыске, тоже помогает. Можно, конечно, грабить караваны, нападать на этих, но они что-то всегда лютые какие-то. Да и брать-то особо у них нечего. Проще купить, на самом деле, чем... Если что и грабить у этих чуваков, так это оружие, броню. Который ходит. Вот это да, это топовая тема на самом деле. Я так-то вот разжился некоторым снаряжением. Так, что за ферма? Что за ферма и что-то надо сделать?
Человек, который его собирается повесить, отчаянно ищет помощи. Интересно. Богатая ферма. Давайте зайдем на ферму. Так, это вот это, да? Вы наемники, ославься всевидящего ока. Вы нашли последние надежды. Минусь, я найду способ отплатить вам. Должны предупредить друзей моего мужа, пусть они придут и помогут ему. А, подожди, это что-то не то. Это же было, по-моему. Или вот это задание он дал? Что-то не понял. Отправиться к пограничью для встречи с клиентом. А, ну вот это все-таки он дал задание. Да. Так, а что за клиент? Я что-то не понял, что за задание этот мужик дал. Ну, пойдемте посмотрю. Это вот это, наверное, все-таки он дал. О, вот это вот... А, это просто какие-то жители. О, слушайте, а у этого броня. А, ну это эти. Блин, это те сейчас пройдут и меня там могут повязать, да? Они пройдут или не пройдут? Да, проходят, ёпта иметь. Да, когда в розыске не очень удобно. Тут ничего нет, чтобы можно было взять хотя бы. Где эти чуханы? Вон, не идут. Ну, пускай проходят сейчас, отойдут. Вот, какой-то это есть. Можно что-то изучить. Ух, нифига себе. Халява, сэр. Так, ну все, жду, сейчас эти уходят и продолжу дальше. Стражники. 215, медленно уходит. То есть, я так понимаю, чем больше, тем она медленнее уходить будет. Хотя, в принципе, она и так на сотки меньше, не меньше уходила. Но главное, что сбрасывается. Это очень даже хорошо. О, и там еще идут. Ну, тогда я пойду перекур пока. Чуваков покормлю. Как не забывать, что нужен им еще этот разный рацион пищи. А, кстати, что можно приготовить тут? Что-нибудь появилось у меня? Ну-ка. Хлеб, но хлеб сейчас я не могу, у меня пшеницы нету, и все, больше нет у меня рецептов. Ладно. Так, мясца. Что есть еще какого? Вот этого, крысбургер. Вот это мясо, ну, каких-нибудь фруктиков им подкинуть. О, вообще топово. Так, что, жалований требуете пока? Деньги есть, деньги есть. Я, кстати, вот походил на задание, деньжат подбил, что очень неплохо. Так, ну и дочек почти кончился. Так, надо аккуратно продвигаться. 209 у меня еще. Блин, 200, понимаете, это же не 100. Это 200. А, ну выплатить это я выплачу за жалование. Так, с клиентом. Где-то тут, что ли, мне уже тут? Пограничье. Так, это вот этот, профессор Герман. Вот с тобой поговорить. Я профессор Герман. Для меня честь представить мне... Знания. Хранится в Крите. Так, подождите, это не то. Торговец. А что у торговца есть, кстати? Так, 67. О, можно, кстати, зерна купить. Пшеницы. Так, ну колышек мне не нужен. Зубная паста тоже не нужна. Воровать ничего не буду. Так, поговорить. Что тут? Дать 200. Личный пропуск. Так, ну я так и не понял, что за клиент? Задача. Пройдется к пограничью для встречи с клиентом. Возьмите за задание Альберта. А, то есть подождите, Альберт. А тут что такое? Со таверну Майнхолм для встречи с братством. Что-то непонятно. Человек в песках. Очень-очень непонятно. Так,
пересмотрел видос, сейчас на паузе пока. Да, все-таки, ух ты, жену наемника, ёпарасоте, вот это я попал, пацаны. Удастся сбежать. Должен, поэтому у меня поэтому бегает хорошо. Отлично. Ну все, и на ферму к жене наемника. В общем, да, нужно к жене наемника и что-то сделать. Так, понять. Кусок мыла есть. Давайте по нему. Муж сказал мне, что его друзья живут к северу от озера, неподалеку отсюда. Прошу, возвращайтесь скорее. Так, мне нужно теперь к северу от озера, неподалеку отсюда, к северу. Так, давайте посмотрю. Вот куда-то сюда, да, получается, надо топать. Сколько у меня? 205? Нормально. К северу от озера. Ну, пойдем. Надеюсь, что ни на каких кабанов не нарежусь. Тут что-то бегать любят в лесу. Ага, вот они, кабанчики. Интересно, поможет этот радиус? Что-то дождь постоянно тут какой-то идет. Что у них за лес такой? Что постоянно дожди. Ой-ой, волки. С волками... Жить по волчьи выйти. К северу от озера. Нормально, от волков ушел. Там еще стражники ходят. Ну и где к северу от озера? Волыще задержка. Может вот это? Так, это что у нас получается за задание? Лесорубы. Клык. А я, может, не взял, кстати, задание у нее? А, вот это, может, лагерь озера. Ёпперс, это не туда пошел. Придется возвращаться. Ой, еще тут волки сейчас нападут. Давайте-ка обойдем их. То с ними сейчас сражаться, это такое себе. С ними сражаться, себя не уважать. Не, так-то сейчас я прикачался, плюс приоделся и нормально тащу битвы. Но все равно последствия после битв очень серьезные. Не всегда адекватные тому, что нужно. Так, в общем, вот здесь вот надо заходить было. К этим корешам, я так понимаю, да? Может, кстати, это не оно. И не они. Чего тут стали? А давайте, идите. Ну и то, что бегать тебе можно, это вообще офигенно, кстати. Лагерь озера. Так. Так, поговорить. Это не с тобой. Как все? Вот. А, тут можно купить украденное, либо продать. Ну-ка, уже продавать не буду. Так, босс готов. Наших новобенцев не вернулся. Может, он просто задержался, но выглядит достаточно. Нет, это что-то не то. Че, мне возвращаться, хотите сказать, возвращаться к этой бабе, что ли? К северу от озера. Че, не дали, не показали, куда, чего. Сомнительная какая-то фигня. Давайте еще разок. Странное задание, кстати. Вот, может, что-нибудь украсть у вас. Давай еще раз. Так. Муж сказал, что его друзья живут к северу от озера, неподалеку отсюда. Прошу возвращать скорее. К северу от озера, неподалеку отсюда. Живут. Готов. Спилка. Ну так вот этот лагерь. Может, еще какие-то яхз. Ой, тут у тебя опять эта фигня. Ну давайте. Заодно выплачиваем жалование. Заплатить.
хлебушка. Ягодку. Ой, 16 что-то перевес. Что-нибудь можно убрать? Так, 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 так. О, нормально. Отдых на восстановление сил. Так, можешь создать знамя. О, что это как? Что это? Как это? Ну-ка, давайте. Подтвердить. Знамя. Факел. Мычки. Знамя. А, нужны веревки. Веревки нету. Так. Ну, это не важно. Кстати, я могу зато сделать хлебушек. Один, к сожалению. Соли не хватает. Опа. Так, ну все, отчаливаем. Так, я что-то не понял. Ой-ой-ой, опять эти. К северу ходят. Ну, север-то тут, значит, там. Не очень понятно. Фух, ну, пойдемте еще раз подойду, что ли, к этим пацанам, которые в лагере. Просто непонятно что-то как-то. Скорее всего, это вот эти вот. Так, 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 так. Ну, давайте пообщаемся. Один из наших новобранцев не вернулся со своего первого задания. Начинаю беспокоиться. Зерно не так-то сложно красть. Наверняка произошло что-то ужасное. Может, он просто задержался. Он выглядел достаточно способным для беженца. Один из твоих друзей скоро вздернут на висельницу. А, это так все-таки это он был. А-а-а. Ах, его поймали с поличным во время первой же вылазки. Не стоило вербовать простого фермера. Это явно ему не по зубам. Нельзя, чтобы он умер из-за меня. Парни, собираемся и выдвигаемся. Что до вас? Встретимся у фермы. Нам пригодится ваша помощь. О, это что-то такое опасное, опасное. Так, а что, гоп-стопнуть тут что-нибудь можно? О, мне пригодится ваше бухло. Так, а еще что-нибудь? В сундуке ничего нету? Так, тут может быть еще всякие эти растения расти. Ну, походу, больше ничего нету. Ну, ладно. Жаль, конечно, но что ж делать. О, побежали, пацаны. Так, и что, мы тебя получаемся за плохих пацанов? Играем. Ну, у меня 190. Так, и что тут? Не вписаться. Немедленно отпустите беженца. Но вы привели бандитов. Наемники, вы позволите им перерезать нас, чтобы спасти вора. Но лишь отчаявшейся ферме отпустите его. Не починят вы это. А что мешает вам вернуться через несколько дней и ограбить нас? Уйти. Эти воры. Щели вам. Я могу заплатить вам куда больше за защиту. Мы даже готовы закрыть глаза на ваше вмешательство. Так, напасть. Что будет? Либо я впрягусь и кусок мыла получу, либо регулируемый ремень и... Так, и у беженцев. 20-20. А что за кусок мыла? Что он дает, интересно? Узнать, что кусок мыла дает. Так. Блин. Либо за бандитов, но какой-то ремень получу интересный. Либо за этих. Ха! Дилемма, дилемма. Не думал, что так тяжело будет. Но ментов... Если за ментов, то может скинуть тогда эту. Ну давайте, ладно, спасем фермера. Впрягусь за вора-фермера, так уж и быть. Да, конечно, тут теперь такое. Куча народу на меня нападает. Но у меня пацаны тоже не пальцем деланы. Так что я думаю, сдюжу. А, ну они не сильно сильные. Есть парочку, конечно, сильных пацанчиков, я думаю. Так, ну там лучник какой-то.
Старейшина Один. Это мой? Так, где мой лучник? Мой лучник. Так, и... Так, понятно. Так, ну, сразу надо лучника выносить, этих пацанов выносить. Тут опасный пес. Так, ну, как обычно, начинаю с лучника. Попробую сейчас секануть вот этого. Отлично. А что звук как-то тихо? Так, звук, музыка, окружение, может. Не знаю, это даже нормально, что-то как-то тихо. Так, и попробую толкнуть на этот, на капкан. Что завис? На капкан немножко не дотолкнулся, ну ладно. Так, ну можно спрятаться за пацана. Так, ну и побежал, ага. Ну, это ты зря, братишка. Баба это сильно... А, это баба, кстати. Вот ей бы тап этот все-таки щит. Может, щитком? Я могу, конечно, садануть ему. Так, вообще... По-царски. И просто добить. Как петушка. Но это еще не все, что я могу. Я могу еще подойти. А кто там следующий ходит? Подождите-ка. Вот это ходит. А, ну вообще красота. Тогда я подойду ему еще. Еще ему секану вот этому. Хорош. Не знаю, что это. Ну и все. А, не, можно еще подойти к этому сзади. Во. Ну и все. Так, их не пацаны. На тебе в спиняку. Петушара. Кот побежал, стреляй. Не убежал. О, петуха, на меня все скинул, получается, да? Так, ну эти сами подойдут, я думаю. Тут можно вот так-то вот сделать. Так, подойти сюда куда-нибудь. Так, отлично вообще. Красавчики. Ну и тебе можно подойти к лучнику, связать лучника боем. И на пехатушки ему. Чтобы этот петух не стрелял. Ну и в оборону идти. Все. О! Хорош. Так, и теперь можно вот этого петушка. Да, можно обойти. Садануть сразу двоих. Ну-ка, получайте. На, получи. Так, это мой? Это не мой, это союзник. Ну и ладно. Так, ух ты, сейчас секанет. А, нормально, нормально. Надо с топором этого чувака... А, сейчас вот это еще будет. Ты еще не ходил. Так. Так, так, так. Ну, его я могу вот так тут зайти ему в спиняку насовать. И неплохо насовать ему. А, отойти я же не могу, да? Он сейчас будет меня бить. Ну и ладно. Так, а этот с размашистого, да, удара бьет. К сожалению, он может зацепить своего. Не хотелось бы. Ну, давайте сюда пока. Просто он вот так-то будет бить. Он по-любому заденет. Хотя... Как знать, как знать. Ну, уже поздняк метаться, ладно.
А, там еще у них лучник, что-то про этого лучника и забыл. Все, баби секанет. Неплохо секануло. Ладно. Так, у меня есть лучник. Не, ну зачем лучник? Я думаю, вот этим отойти. А, он с боем связан. Да, можно могу убить, наверное, этого пацана. И с простым ударом. Ну и добить, наверное. Можно так добить, можно так. Тут не имеет значения. Так, и подойти к этому лукочнику. Ему еще вот так тут на орехи надавать. Так, ништяк. Ну все. Неплохой заход. Не, ну в принципе молот прикольно бьет. Я не могу ничего сказать такого плохого против молота. На самом-то деле. О, а вот теперь пришел твой звездный час. Тын-тын-тын-тын-тын. Получите, распишитесь, ублюдки. Так, а что у нас еще есть тут? Ну, я могу сюда встать, чтобы этого окружить. Петуха. Остальное пока не надо. Да, ты не пробьешь, ты петух. Так, мне нужен еще... А, там еще должен быть этот вот этот. А, ну и тетка. Тетка. Где-то тетка была. А, она там. Тогда можно лучником добить, например, вот этого. Не убьет его. И может еще этому садануть. Давайте обойду, наверное. И попробую. Хорош. Текс. Не, лучница мне нравится очень, прям даже. Давайте сюда еще подойду. Хей! Массовку собираю. О! По мордасам ей. Хорош. Так, ну давай ты. Батяня. Теперь я тебе новый мечик купил. Ты должен просто быть как по-царски. Так, ну и пацан сейчас подойдет и добьет петушка. Нет, добьем. Добьем всех, чтобы прям уж четко. Так, кого могу добить? Никого. Так, ну и чё ты бегаешь там? Вот если бы ты помог, ублюдок, куда ты убежал? Нет, чтобы помочь там с лука пострелять. Не, он решил, я лучше сбегу, как петух. Ну, сбегишь, так сбегишь. Сейчас этого зарежу еще. Хорош. Кстати, тоже ножичек ему купил. Нормально. Так, обобрать. О, лук неплохой. Бронька, забирай все. Так, чинить. Ну, чинить такое. Так, ну и что? На ферму теперь. Поговорить. Ну что? Из-за вашего необдуманного вмешательства мы чуть не погибли, но вы убили разбойника, так что я прощаю. А вот вам немного за ваш ТД, а теперь проваливайте, отстаньте слабо. О, еще необдуманного вмешательства. Сражались бы сами, чувы. Так, ну и что я получил вот, по итогу? Вот это какую-то штуку. Движение плюс один. Ну, такое, конечно. Движение плюс два. 189 пока. Нормально. Так. Это что такое? Модель лодки. Так, а, кстати, я вас можно... Могу? Сундуки у вас есть? Какие-нибудь ящики, сундуки, что-нибудь есть еще, что можно обнести? Ну и что, я, получается, задание выполнил-то это? Получается, что да. Да, получается, вы приговоренный к смерти. Да, получается, задание я выполнил, пацаны. Ну это хорошо. Это-то хорошо. Возвращаюсь в город, сейчас немножко там прикуплюсь чего-нибудь. Слушайте, отсюда валяются. Можно их... залутать. Так, и пойду еще какое-нибудь задание
выполню. Ну и заодно продам вот эту шмотку. И все такое. Так, для начала нужно зайти сюда. Нет, какие-то лодки. А, тут броня. Ну, это сейчас я починю. Так. Бухлишка. Давайте сюда. Это тоже сюда. Это сюда. Вот так, наверное. А, тут у меня вот они есть. Нормально. Так. Бронька. Так, что? А, вот эта лучница качнулась. Что ее можно качнуть? Воля. Воля. Зачем? Критический удар. Тоже движение. Движение не очень нужно. А вот давайте мы тогда ей ловкость. Это тогда добавит, что? Да. Лучше ловкость ей накачать. Стоимость в 40. Ну ладно. Это получше будет. Так, а навыки чего? По навыкам ничего нельзя пока качнуть ей. Так, и, кстати, по броне. Ну, у нее нормально, 18-14. Кому? Тут 18, у этого даже броня еще лучше. 20. То есть по броне сейчас у меня вообще топчик собрано. Ладно, так, лучница, лук. Ловкость плюс 2. Ловкость плюс 3. Навык выстрел. Отлично. То есть лук теперь можно продать. Кстати, вот эту броню тоже продать. Так, вот это движение. Воля плюс 1. Урон. Воля. Урон. Воля. Кстати, а движение это где это? Не, давайте вот этому движение, наверное, все-таки же поставлю. А это я сложу в сундук. Пригодится еще, я думаю. Думается мне, что пригодится. Так, и сундучок. Получается, вот это игрушки какие-то. Я тут сколлекционирую уже. Не знаю, вот тут куклы какие-то, лодочка. Есть кольцо еще. Так, это я тоже, наверное, сюда. Так, ну лук я продам. Топоры. Так, и бронька это оставлю. А, щетка еще есть, еще одна. Ну это тоже все сюда. Можно, кстати, А, соли нету, соли нету. А, соли... Почему нету? Есть соль. Ну тогда что мы сиськи мнем? Заодно покачаем пацана. Хлебушка приготовлю. Отлично. Красава, пацанчик. Так, отлично. Это приготовил. Что по весу? По весу... Ну это я все сейчас продам. Так, можно сразу взять... А, у меня нету этих, чтобы скрафтить. Тогда бутылки сюда. Хотя, подождите, вот эти... Не, вот эти цветы там еще какие-то должны быть. Так, крупу и соль сюда. Рыбка. Так, шкуры и дерево. И дерево. А, веревка. О, слушайте, веревка есть даже две. А, тут знамя. На знамя... Кстати, веревку можно где-то купить? Я бы знамя сделал. А, можно сделать. Изготовить. Все. Изготавливаю знамя. Бонус. Так. Назначенный спутник. Любой назначенный лейтенант будет гордость носить знамя. Так. И чё? Знамя. Так. Двигать и использовать. А, во, можно теперь... Сделать свое знамя за 100. О, ни хрена себе, бонус, получаемый в бою, опыт повышается на 30%. Можно купить. Ох, нифига себе. Так, о, а тут можно какую-то эту меч. Не, вот так-то он интересный. Только цвет, например, оранжевый. И белый, не, и черный. А цвет знамени тоже, наверное, черный сделаю. Сейчас как-то оно мутно выглядит, если честно. Черный меч получается, или что-то можно когти. Дракончик какой-то. Коготь, снежинка, орел.
Вот какой-то нацистский орел. Эти драконы, только дракон, наверное, белым надо сделать. Вот так вот, пускай будет. Так, все, знамя, дракончик. Так, что есть тут можно? Снижать скорость, с которой набирается усталость отряда на 25. Вот теперь это нужное дело. Так, ваш отряд никто не разыскивает. Если вы совершили преступление, этот бонус исчезнет. А, 100. Хоть больше добычи после боя. Стоимость продажи изготовленных предметов повышается на 50. Получаем опыт знаний повышается на 50. Когда отряд... У нас шанс собирать еще один. А, нет. Получаем опыт. Опыт повышается за подвижность на 50. Ну, это, кстати, интересно. Лучше... Лучше скорость сделаю. Отлично. Ну, все. Так. В кузницу зайду. В кузницу зайду. И продам мужику тут... Что за молот? А, это я продавал. Да. Так, ну, мне этот лук не нужен, телубейки эти тоже не нужны. А вот инструменты бы я купил. Иногда нужно. Так, починить. Да, отлично. Так, что я могу изготовить? Щит. Из кожи, не из кожи. Я хотел броню делать всякую. Это метательные ножи. Лохмотья какие-то могу сделать. Броня 10, но это фигня какая-то. Так, вот броня 18, нужно железной руды побольше. А, то есть железной руды нужна. О, нифига себе, броня 22. То есть кожу не то самое, броня 26, нихрена себе. То есть надо где-то разжиться железной рудой, пацаны. Окей. Если будут, надо будет покупать. А, можно было купить у тех чуваков. Да, можно было. Так, ну по идее что, 3 дня? Еда есть, я батонов всяких понаделал, так что нормально. Два этих самых, ну все, в принципе. Возьму сейчас, наверное, небольшое задание в таверне. И сбегаю, выполню его. Да, давай посмотрим, что есть. Так, среди какой-то разыскиваем чувака. А, вот, тяжелый. Кого-то это убить. Так, вот это, дезертиров в шахтах. Давайте, легкий. Шахта недалеко, и сейчас можно их гоп-стопнуть. С чем я, собственно, и займусь. Так, а что у тебя можно купить? Какой-то это рецепт. Яблочный батончик. За 100 голды? Не, голду пока не буду тратить. Слишком это дорого стоит. Так, еда есть. Ну, в аптеку тоже пока не надо. Ну, в принципе, все есть. Надо определиться, куда мне я иду. А, я сюда иду. Я определился, потому что там какие-то чуваки лазят. Так, ну это беженцы, с них взять нечего, может только их это напасть и ограбить. О, мусора идут, прячемся, прячемся от них. Так, ну типа у них вот усталость поменьше будет, ну окей. Как слишком ярко я сделал, я яркость подкрутил, ну как-то слишком ярко. Так, что у вас есть? У вас есть какая-то залупа, алмазный порошок, кстати. Давайте возьму один, иногда нужен. Так, это не надо, уголь. Нет, уголь не надо. Так, мне нужно в шахту. Шахта где-то внизу. А, и надо сохраниться, кстати. Вот это вот шахта, что ли? Да, походу, это шахта. Мне надо сейвик. Прямо около шахты сохраниться, по-любому. Перед заходом. Так, подождите, отмена, отмена. Так, сохранился. Ну и можно в шахту. Давайте. Пойдем накуканим пацанчиков с нашим отрядом. Так. А, сюда никого лучше не ставить. Так, ну их желательно всех держать в одной связке, так сказать. Чтоб сразу напасть и всем раздать по щам. Так, ну там двое заходят, и тут один стоит, да? А, и тут вот у меня они стоят, да? Или это мои стоят? Нет, это не мои. Ну вот они, тут троица стоит какая-то. А тут кто с топорами, с молотом. Ну вот тут щитовика можно, кстати, поставить. Очень даже хорошо зайдет. Пацанчик с молотом, лучник. Лучник прям сразу будет сейчас врывается.
Вот этот чувак медленно ходит, кстати. Оп, неплохо. А, в принципе, можно сюда его тогда поставить. А этого сюда. В случае чего. Нормально. Так, ваши бойцы мотивированы. А, ну, нормально все. Так, ну и все, лучник, наверное, зажигает эту пьянку. Заодно посмотрю, как там. А кто хоть ходит? Подожди, вот ты кто такой? Где-то там ходят вообще пацаны. А, ну вы будете ходить. А потом вот этот, да, лучник. Ну, мне нормально зайдет вот этому сейчас напихать. Хе, ни хрена себе его оттолкнул. Сейчас прям в лапы. Нормально. Ну, сюда куда-нибудь отойти. Чтобы не мешаться. Ну, давай, становись прям сюда, чтобы тебе камни попали. О, нормально. Так-то, так и стой. Так. А я сейчас вот этому пацану накуканю. На нахрен. Ну и все, и добить тебя, петуха. Минус нул. Так, теперь я подхожу к уважаемому господину вот к этому. Не знаю, сколько стоя назад, наверное, зайду. И все, больше не могу дать ничего. Все потратил. Жалко. Жаль, жаль, очень жаль. Так, ну ты тут пока пускай подходит, я там разберусь. Не-не-не, сейчас мне нужно вот это, к этому подойти. Не подходит, да? Ну давайте сюда. Ему немножко ядом. Все, сейчас лучник стреляет. Ох ты, он что-то, он поджег. Вот этого и боялся. Ладно, так. Вот эти пацаны хорошо стоят прям. Вообще по красоте стоят, поэтому получают от меня зажигательную тему. Так, ну все, у меня, кстати, этого нету. Так, он секанет меня, да? Ну что делать-то? Ничего не сделаешь. Так, есть вот такая тема. А, нет, такая тема тоже не пройдет. Так, отлично. Ну и можно отойти, кстати. Че стоять-то лишний раз? Не, все, ты стой. А тут что такое? А, тут это что-то выеживается. А что тут такое? Ничего. Зэ, наверное, пошел туда. Так, ну ладно, пойду сюда. Вариантов немного. На нахрен, пацана убила. А, его можно было и не бить, да? Нормально, значит. Так, кто там ходит следующий? Вот этот лучник, да? Ну, сейчас я его угандошу. Чтобы он тут особо не выеживался. Хорош, жалко, мне очков мало. А, горишь, падаль. Так. Ну, тут можно вот так отработать этого. В спиняку ему носовать. Ну и все. Ха, своим этим ножичком ничего не сделаешь. Вот это с топорами, конечно, опасный, черт. А он не скоро ходит. А, там сейчас ходит вот этот, да? Ну, можно ему, кстати, неплохо секануть. Так, можно вот так вот сделать. Так, защиту поднять пацанам. И обойти его так-то вот. И дать ему люлей. Все. Так. Ну и все. Так. Так, кто у нас еще что? А, ты же еще это, да? Так, ну ты тогда топай назад. Тут справились пацаны.
Жестко, жестко, жестко. Так, ну тебе надо вот так вот. Камнепад вообще топчик. Так, я могу подойти, полечить пацана. Не, не могу. Но могу с лука зато вот этому всандалить. Нет, мы добьем. А, я ваш могу подойти еще. Подойти со своим, надеюсь, я не всекану. Не хотелось бы. Как-то на линии огня стоит. А, засекашил лошара. Ладно. Тогда добиваю эту шлюху. На! Нихрена себе она приложила. По-царски. Так, чинить все. Не знаю, сомнительно. Обобрать и взять-то ничего. Так, в шахтах что тут можно? О! Это что, железная рудная шахта? Что это такое? Подобрать. Требуется профессия шахтер. То есть мне еще нужен шахтер. Ни хрена себе. Я бы тогда смог бы руду какую-то взять в шахте. Ну ладно, это потом отряд тогда пополню. Все. В принципе, неплохо зашло. Каких-то пацанов накуканил. Так, подожди, куда я иду-то? Нет, подожди. А, развернись. Шо она? Что-то заело. Так, вот сюда, да? Да, все, идем сюда. Сдаю задание. Ну и на сегодня все, в принципе. А, надо сейчас где-то перекантоваться. Ну, надо уйти, чтобы не на дороге, то эти нападут меня сейчас. Обоссут. Уйду с пути. Ну и все, можно лагерь разбить. Деньжат подбил. Можно рыбки. Фруктиков, хлеб. Рыбку надо убрать из рациона. Что можно на два? Вот эту, если вот так. Фруктик нужен по-любому. О, нормально. Отдохнуть. Отлично. Ой, что-то вор у нас. Что ты хочешь? Мои навыки развились. Я сильнее, способнее, увереннее в бою. Интересно, считают ли остальные так же? Так, получается близким спутником. Получает 3. А зачем нам это очки навыков? Получает плюс 1 очко навыков. Я могу просто качнуть все. Лучше давайте 1 очко навыков. О, ништяк. Давай, кач, кач. О, ловкость еще. Мне нужна вот эта баба, чтобы она стреляла издалека с лука, максимально дамажила, потому что она в бою-то не будет участвовать. Ей нужно прикачать просто по максимуму дамаг. И крит удар, конечно же, ей бы тоже неплохо. Штраф отряда. Не знаю, какой штраф отряда на крит удар. Вот, чтобы она прям была по максималке у меня. Кстати, у меня есть еще вор. Вору нужно, получается, еще вот эти топорики, наверное, возьму. Во. Второй топорик еще будет. Так, инструменты. Ну, пускай пока тут лежат. Все. Кстати, подождите. Если на крит, то на крит получается... А, на крит у меня еще вор вот это было. Каждый удар повышается на 10 при атаке в спину. А, критический удар. А сколько у тебя крит? Критический удар 8, он в спину. То есть если я... Не, давайте я, наверное, крит удар все-таки возьму тебе вот так вот. А где лучница? Если я в спину сейчас буду секашить ей. Воля ей не нужна. А вот секануть спину, это мы всегда за. А что вот сюда надо ложить, интересно, еще? Ящик? У меня ящик какой-то есть, кстати. Или был? Был, я его продал, походу. Ладно. Все, иду в город, сдаю квеста. Я-то туда и направлялся, собственно. О, там чуваки с броней. А, жалование выплачу.
при следующем заходе. Так, надо вот этих. Можно с броней посмотреть, что у них там. Ух, нихрена себе, двухслотовая, 37, движение минус 2, конечно. Ну, 37, оборона 21, блин. Если украсть... Подмастерье пока еще, вор. Сколько... Я от этого не отмылся, броня. Не, не буду. Я не знаю, просто что еще в слоты вставлять, кстати. Что-то я пока не разобрался. Но это, наверное, дальше. Главную задачу выполнил. Бабе этой помог. Я молодец. Плюс... Ой, куда я зашел? Плюс я этот самый. И в таверне выполнил задание. Так что, в принципе, неплохой заход. Неплохой. Забираю награду. Что у тебя еще есть за задание? Есть... А, ну этого я не убью. Какой-то мужик сильный, я уже пробовал. Так, есть средненькое какое-то место встречи. Доставить это сообщение. Информатор какой-то тяжелый. Позволяет, кажется, так. Это, наверное, будет жесткий. Легкий. Керамика. А, кстати, керамика. 105-60, все равно невыгодно. Там керамику за 65 продавал чувак. Ну такое. В общем, тут заданий больше особо-то и нету. У этого пацана тоже нету. А ты кто такой? А, с вилами. Тоже есть какой-нибудь интересный еще чувак. Не, все обыкновенные. Ну, я не думаю, что тут будет еще. О, какое-то есть задание. Но это потом. Это уже в следующий раз тогда. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк. Ну и заходите на наш сайт, друзья. Всем удачи и всем пока.